все распустились без меня. Запись включена. Можно сделать медовуху не кипятя. А вот мы вам покажем, как надо. Учитесь, щенки. Зря, кстати, мне дали хреновину, потому что я, в принципе, это, очень травматичный человек. Там капает у вас, блядь. Да придумывали, блядь, евророзеток. Хотя на корнеплоды больше походят. А почему ягоды свежие замороженные? Ягоды собраны в этом году и заморожены для того, чтобы, блядь, не сгнить. Мы можем оставить медовуху остывать под, собственно, при комнатной температуре, при теплообмене и так далее, чтобы она остыла естественным путем, и пойти бухать. На дежавю сильно не открываю, как будто бы я уже это снимал сегодня.